10 марта первый президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук, профессор-лингвист Шотариста отметил свое 90-летие. С юбилеем академика тогда поздравил глава государства Рауль Хаджимба. Сегодня прием Шотариста в администрации президента Абхазии связан с еще одним важным событием – награждением ученого орденом Ахдзапша первой степени. Имя Шотариста в научном мире и лингвистическом сообществе Абхазии занимает особое место. Первый президент Академии наук Абхазии еще в 1997 году задал вектор работы научного ведомства и одним из главных направлений обозначил изучение и развитие абхазского языка. Президент отметил, что вклад Шотариста в научную жизнь страны и воспитание молодого поколения невозможно переоценить. Карт и на гузалаге Джабар Чан, а наука цара дыра, на Аджар Радзерджа, Апсу Безвша Ахчерджа, и Пенкара и на гузалаге Ахчер Анатон, Харги Халшаз, Алла Хацнукарц, Ахтахон, и Хапи Алла Бри Атагала Заша, Абас Йоб, Ферги Квахорлы Федушкала Панскуянагут. Хампада Идзе Чапхаа и Расроб Магяна Уску Ишто. Чугоп, Акршук Сашама Зархтахуб. Ира Анауга Анги Ихаш Саша Расадзоб. Юбиляр поблагодарил президента за высокую награду, отметив, что разделяет ее со всем научным миром страны. Свой юбилейный год Шотариста продолжает научной деятельностью. Он полон творческих идей и их реализацией. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абазатова.